тупо путь, блядь. Сейчас руканет, пацаны, уворачивайтесь. Мансуйте, мансуйте. Да я ему в лицо то же самое сказал, что он долбоёб, блядь. Что мне за спиной, блядь? Актер, блядь, театра ебучего, блядь. Где? Туда идешь. Спиздил телефон водителя. Блядь, ты долбоёб, Герман, бля, вот контент, нахуй. Вот, вот, кстати, вот это контент. Бля, ёбаный в рот, Герман, ты чё, сломал ты мотоцикл, нахуй? Вот и контент. Бля, если бы он нахуй реально сдох, блядь. Было бы весело, кстати. Ну ты идешь вот так, шатаешься, понимаешь ты или нет? А я, ну да. Ну ты идешь, бля, на красный свет шатаешься. Ну да. Мне что, через тебя, что ли, ехать надо было? Да. Вы меня не весело, да? Вы меня бить, да? Зачем я тебя бить-то, блядь? Не знаю. Ты мне живой нужен. А я что, я пьяный, что ли, по-твоему? Нет, ты я трезвый. Я и пьяный. Ну ты трезвый, звезда Ютуба. У меня денег нет, нихуя. Мне нихуя, блядь, мне, блядь, мою жену, блядь, трахает. Блядь, другой чувак. Мне все нихуя еще нет. Ну что с меня ходит? Вот на, блядь, куртку, блядь. ГИБДД будем вызывать. Да. Герман, нет, сзади тебя ГИБДД, можно ничего не вызывать. Какая здесь улица? Либо мой Путин, либо мой Путин, либо что? А сюда давайте. Либо Лукашенко. Скажи, пожалуйста, ты все-таки обеспеченный человек или нет? Нет, я бедный. Ты будешь или не будешь, блядь, отвечать? Ты будешь на этом свете отвечать? Или ты будешь отвечать на том свете? Мужик, все, не бей, он пьяный, по голове его не бей. Тебе по голове нужно, блядь. ГИБДД тебе надо, да? Мужик, он пьяный, по голове его не бей, главное. По голове, он пьяный, не бей его по голове, главное. Он его ебал, по-моему, разбил. Ну, в глаз там точно что-то кровавое какое-то.